Всем привет! В этом видео поговорим о том, что из-за резкого роста цен на нефть финны стали воровать бензин и дизельное топливо. Финская телерадиовещательная корпорация Еле сообщила о значительном увеличении числа краж бензина и дизельного топлива в стране вследствие высоких цен на топливо. Рост цен на нефтепродукты делает их менее доступными для финских жителей и оттого более желанными. По данным финской прессы, финские автолюбители вышли на воровскую тропу. Финская полиция отмечает, что в стране растет количество граждан, предпочитающих заправляться не на стационарных заправках, а в подворотнях, где можно купить топливо по хорошей цене. Правда, в этом случае резко возрастает риск нарваться на разбавленный бензин. По данным полиции, в основном финские автомобилисты предпочитают сливать бензин и дизель из бензобаков припаркованных фур. Большинство этих фур пока еще паркуют на городских окраинах, на обочинах автомагистралей, либо на парковках, не оборудованных системой видеонаблюдения. В последнее время владельцы грузового транспорта требуют от водителей парковать фуры только на специализированных стоянках. Это снижает вероятность кражи топлива, но полностью ее не исключает. По данным финского статистического ведомства, по состоянию на 16 мая текущего года, средняя стоимость бензина в стране превысила $2.30 за 1 литр. За последние несколько месяцев цены на топливо в стране выросли более чем на 50%. Отмечается, что цены на нефть в Финляндии растут по мере сокращения экспорта российской нефти в эту страну. Финляндия являлась крупным потребителем российской нефти. Экспорт нашей нефти в стоимостном выражении был сопоставим с поставками российской нефти Белоруссии и Турции. Финляндия выступала в роли регионального нефтяного хаба для соседних государств, благодаря географической близости к российским нефтеналивным терминалам. Однако в случае вероятного вступления Финляндии в НАТО, все свои экономические преимущества от выгодного географического соседства с Россией финны растеряют. Этот процесс уже фактически запущен. Интеррао на прошлой неделе прекратила экспорт российской электроэнергии в Финляндию. Газпром остановил поставку газа. Российские экспортеры с марта месяца сократили транзит российских грузов в Европу через финские морские порты. Экспорт нефти в Финляндию, по данным агентства Bloomberg, снизился в апреле на рекордные 70% относительно апреля прошлого года.